телеграм-канале промышленного района напоминают, что 1 декабря срок уплаты имущественных налогов. Уплатить их удобнее всего онлайн через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, через сервис «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России, в личном кабинете пользователя на портале Госуслуги. Кроме того, выплату налога можно произвести в почтовых отделениях связи, отделениях банков или через терминалы самообслуживания. Продолжается прием документов на предоставление путевок по программе «Мать и дитя» детям-инвалидам, нуждающимся в сопровождении, в санаторно-курортные организации, расположенные в Самаре. Напоминают в телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Подробную консультацию можно получить по телефону 332-07-64. Проверить подлинность паспорта перед сделкой можно, не выходя из дома. В телеграм-канале Октябрьского района рассказывают, что на госуслугах появился новый сервис «Проверка подлинности паспорта», который поможет буквально в два клика узнать интересующую информацию. Подробности можно узнать из карточек, которые опубликованы в телеграм-канале. В администрации Советского района прошел семинар в рамках проекта «Мой дом», говорится в телеграм-канале. Собравшимся рассказали, как эффективно управлять многоквартирным домом, а также осветили несколько ключевых аспектов. Приложение госуслуги .дом – незаменимая платформа для решения вопросов ЖКХ, безопасная эксплуатация газового хозяйства. Напомнили, как обеспечить правильное обращение с газом в домах, участие собственников в содержании прилегающих территорий.